Это уже район рынка. Тут русского языка как бы, ну и совсем нет. Потому что это уже такая локальная территория. И она как бы не совсем туристическая. Поэтому русский язык тут не прижился. Уазики бегают. Вот это вот совершенно вьетнамский район. И слава богу. А здесь у нас еда. Ананасики. Водичка. Ай. Да и все, собственно говоря. Ну вот. А я иду в кафешку, как бы пожрать, как бы завтрак.